Ну, теперь можно говорить. И всем привет, с вами Эндрю. И сейчас мы будем играть в игру Pixel Gun 3D. Как и обещал. В предыдущем видео я показывал, как ее взломать, а вернее ссылку на взломку. Так, давайте поменяем наш скин. Не будем как нубяры ходить. Кто это? Блин, я даже не знаю, кого выбрать. Моего скина тут нету. О, нано-солдат, точняк. Прям как в игре Нова 3. Так, давайте шапочку ему. О, нормально. Так, шлем нельзя скрыть. Так, теперь обувь. Так, ну и давайте до хрена гранат купим. Так, ну погнали. Приключения, да? Компанию пройдем. Так, ну, получается. Ну давайте пиксельный мир тогда. Так, сложность, сложность, зашибись. Так. Ферма, погнали, ферма. Фух. В этом уровне главное не попасть под трактор. А то можно сдохнуть. Ой, так быстро загрузилось. Это, я думаю, долго будет. Так, дети, придурки. Ну,
невидимость. Что? Ах ты паскуда. Когда сдохнет, тварь. Ой, да ну с роботом как-то слишком легко. Ух ты, на нем летать можно. А я не знал, реально. Босса? Где? Где босс? Покажите мне его. А, и вот этот. Чего побеждать, блин? Это ж легко, блин. Да, спасибо. Помогите! Дрын, дрын. Я надеюсь, у меня будет время помочь. Ну окей. Погнали. Ну. О, классно. Красиво прорисованный уровень. Он мне нравится. О, ни хрена их тут пугают, блин. Ладно. Эй, тварь. О, паучок. Прямо жалко его. Ух, отошел. Эй, ты. Блин, троих осталось убить, я не могу никого найти. А, вот он. Ну, последний остался. И где он?
Я не понял, а где он? А вот он прячется. Тварь. А босс где? Это было слишком легко. Ну, конечно, с таким-то оружием. Ну ладно. Фу ты. Ну, я думаю, нормально. Что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. Всем пока!